Доброе время суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, а перед нами iPhone SE 2022 года, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве полностью настроить уведомления. То бишь, если вам не приходят уведомления, вам приходит слишком много уведомлений, или вы хотели бы просто персонализировать уведомления под себя, это видео должно идеально вам подойти. Для этого мы открываем настройки, и в настройках выбираем пункт, который называется «Уведомления». Здесь есть многие настройки. Во-первых, доставка по расписанию, чтобы вам уведомления приходили не сразу же, как они вам приходят, а в какое-то определенное время, чтобы, к примеру, нам приходили все уведомления пачками, 3 раза на день нам приходили бы все уведомления утром, потом в обед и еще вечером. В другое время нам уведомления не приходили, то есть они будут приходить пачками. Для этого мы можем настроить доставку по расписанию. Показывание миниатюр, то бишь, будет ли у нас на заблокированном экране показываться наши уведомления. После этого общий экран. Можем здесь включить общий экран для всех уведомлений, то есть уведомления будут приходить во время SharePlay или повтора экрана. В пункте Siri мы можем настроить уведомления от Siri, неинтересно. Дальше мы видим все приложения, которые есть на нашем телефоне и которые могут или не могут присылать нам уведомления. Нажав на само приложение, мы можем включить или выключить уведомления от данного приложения, а также настроить уведомления от этого приложения. Например, включить или выключить такие уведомления, то есть включить или выключить уведомления на заблокированном экране в центре уведомлений, то бишь вот здесь вот. Также баннеры, то бишь всплывающие уведомления. Можем включить или выключить звук уведомлений и наклейки. Можем также настроить показ миниатюр и группировку. Вот и все. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.